26-летняя Милана Тюльпанова рассказала, что у нее сильно ухудшилось зрение. Модель не может рассмотреть внешность людей даже на расстоянии метра. Тюльпанова пожаловалась на свою близорукость. Бывшая супруга футболиста Александра Киржакова испытывает трудности при разглядывании людей и предметов даже на близком расстоянии. Ее зрение снизилось до отметки -2. Однако и эта небольшая цифра доставляет ей дискомфорт в работе. Каждый раз приходится прибегать к помощи контактных линз. Раньше проблема не доставляла модели неудобства. Но в последнее время ситуация стала критической. Тюльпанова призналась, что порой не замечает друзей из-за плохого зрения. «Да, я могу не узнать на расстоянии метра знакомых, потому что при моей близорукости обычно у меня всегда все плывет. И бывали разные казусные случаи. Сейчас использую линзы», — отметила Милана. Модель поделилась проблемой с поклонниками. Она планирует провести лазерную коррекцию зрения. «До этого меня эта проблема вообще никак не трогала. За рулем я видела все, что мне надо было видеть. Да и вообще, сами знаете, пока необходимость не заставит, ситуация не кажется такой уж глобальной и требующей решения», — резюмировала Тюльпанова. Ранее Милана подтвердила скандалы в отношениях между Тарасовым и Бузовой. Недавно модель растрогала Марию Погребняк. Тюльпанова снялась в провокационном образе.